Всем привет, ребят! Приехала наконец-то стойка. Долго мы ее не ждали. Итак, ее оценили у нас в $6. Точно сколько стоило, не помню. По-моему, что-то в районе $8 тоже. Приехала, кстати, с магазина Banggood. На то время была акция, я ее купил в Banggood. Так как на Алиэкспрессе не было просто-напросто нормальной цены для меня. Итак, давайте скрывать. Доехала также быстро, буквально в один день позже, чем сам микрофон. Микрофон уже протестировали, посмотрели. Сейчас будем смотреть, что здесь у нас за стойка. Стойку также выбирал, ну, нормальную, потому что есть разные стойки. Есть плохие, есть более-менее, есть хорошие, есть отличные, есть дорогие, есть дешевые и так далее. Так, ну, большая упаковка, да, стойка большая. Упакована, как всегда, Banggood упаковывает хорошо свою продукцию, надежно. Никогда не было косяков у меня с Banggood. Итак, вот такая у нас стоечка, ребят. Да, брал именно такую, с двумя пружинами. Бывает с одной пружиной. С одной пружиной, говорят, очень плохо держит. Ну, или быстро изнашивается. Взял уже такую. Так, как оно? Немного коробка подмялась, но это не страшно. Сейчас мы ее скроем. И достанем нашу стойку. Так, что у нас здесь? Называется стойка... Рекординг микрофон стенд, да, для микрофона стойка. А что за производитель? Ингмент какой-то. Так, в комплекте у нас также идет держатель для микрофона и фиксатор, да, для стола. Продукция у нас, не знаю, здесь только, не больше ничего не написано. Так, ну, в принципе, не тяжелая, довольно легкая. Матовый цвет, ну, в принципе, такая аккуратная. Видно, что более-менее вещь какая-то, ну, качественная. Так, здесь у нас винт с резьбой. Скорее всего, это у нас для микрофона, да? Потом у нас идет фиксатор, или как его, чтобы зафиксировать. И для микрофона стойка. Ну, в принципе, она нам не нужна будет. Это для обычных микрофонов. Мой микрофон сюда не влезет. Это для обычных тонких микрофонов, скорее всего. Не знаю, я не разбираюсь в микрофонах. Так, стойка у нас вот так фиксируется, да, насколько я понимаю. Вставим и закрутили. И все, она у нас держит, нормально держит. Так, на открытие довольно легкая. Даже сама отпружинивает. И держать, я думаю, будет, да? Здесь у нас есть фиксатор с другой стороны. Выставили, сколько нам нужно. И зафиксировали. И все, она уже будет более тугая. Вот так, ребят, такая вот стойка. Раскладывается и складывается. Вот по две пружины. Пружины массивные, не слабые. Если стрельнет, то стрельнет хорошо. Так, давайте проверим, как она у нас крепится к столу. Так, здесь у нас резиновая прокладка. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. Если что получится. Зафиксировали. А чтоб там прикрутить микрофон, нам, наверное, нужна вот эта вот резьба, да? Ее вкручиваем сюда. Резьба, конечно, пластмассовая, но, думаю, сойдет. Вот так. И вкручиваем уже по месту. Ну, в принципе, вот наш микрофон. Я могу его вперед, назад, выше, ниже. Ну и, в принципе, все идеально. Если к нему бить, то не отвалится. Немного болтается, но это не страшно. В принципе, нормально держит, ребят. Стойка хорошая. Здесь все позакручивать надо, конечно. То я пока ничего не закручивал. Вот так. И все. Выдвинули, сколько там нужно. Выставили. Вверх, вниз. Да, очень хорошо. Или саму эту двигать. Ну и паучка. Самого. Надо прямо выставили, надо загнули, надо вперед. Ну, классная вещь. Да,
Интересно, вот под себя выставить так раз, раз, раз. И все, и можно болтать и снимать распаковки, да? Ну, конечно, микрофон не для этого со стойкой, а я уже объяснял. Для записи экрана, для всяких мануалов. Вот так, ребят. В принципе, стойка отличная. Покупать рекомендую. Да, хорошо держит, как робот. Не уезжает, если ее кидать. Да, нормально, ребят. Очень хорошо. Вверх-вниз. Да, проблем никаких нет. Вот я ее кидаю. Нормально. Сразу тормозит. Да, микрофон не кинет. Это очень хорошо. Поэтому ссылка на стойку будет под видео с Бангуда. Так что переходите, покупайте. Не пожалеете. В принципе, нормальная стойка. Мне понравилась. Все, ребят, если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, также в группу. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. We'll be right back.